следующий день, воскресенье, у нас непростое воскресенье. Это праздник Святой Пасхи. И, конечно, у всех православных людей есть какие-то обязательства перед Пасхой. Кому-то нужно срочно написать поздравления, отправить подарки. Кто-то занимается уборкой своих помещений, кто-то звонит друзьям, знакомым, родным. И, наверное, все это как-то тоже нужно делать. Но очень важно не сопровождать эти дела суетой, дать возможность и уму, и душе, и сердцу отдохнуть, сосредоточиться, чтобы с духовными и физическими силами сегодня, придя за ночное богослужение, прославить воскресшего Спасителя.